Женщин пропустите. Девушки, девушки. Красивые. Сумочка. Красивые. Что мы тех хотим, тех не хотим, такого не будет. Мы с нами должны начать нормально общаться. Мы платим налоги, мы обеспечиваем рабочие места. А у них-то задача, как вроде бы кого-то где-то поиметь. Нас иметь никто не будет. Нам и так не сладко сейчас в этой стране. Надо из этого сходиться. Что нам надо? Нам надо в этот момент, чтобы секретарь Полтавской местной рады вышел с нами пообщался. Или депутаты, все равно кто. Главное, чтобы началось какое-то общение. Потому что у них задача кого-то где-то загнать. И так времена не лучше. Поэтому я вижу как нашу беседу. Я вижу, что мы сейчас ждем представителей власти. Если они не выходят, тогда будем скандировать им, чтобы они выходили. Другого варианта я не вижу. Как вы считаете? Да. Все, давайте. Скажіть, будь ласка,
Олександр Шамота. Ви знаєте, що обладнання, яке встановлюється безпечне місто в рамках програми, монтується програмним забезпеченням Російської Федерації. Ви це знаєте чи не знаєте? Пан Шамота. Якому ви заплатили 28 мільйонів гривень. Тепер ви будете нам розповідати, звідки. Оце дивіться, оце те, що відбувається зараз в Полтавській міській раді. Я вам нагадаю, шановні друзі, що Шамота бігав нам розповідав за сервер, який стоїть в Росії. Сервер вже не стоїть в Росії, ви вже його перенесли. Чи він зараз може стоїти в місті Вєтна, Австрія? Андрій Федорович, де сервер Російської Федерації? Геннадій Семенов, заходьте, проходьте. Розкажіть, державі окупант. Ще так, я. Я хочу попередити попередку, що громадяни, які знаходяться в Росії, прийняли рішення, якщо Шамота зараз не вийде на спілкування з ними, вони перекривають свою робити. 317 камер, вже поставили. Поставили тільки 95. Олександр, якщо ви вийдете на вулицю, громадяни працювали. Перекриють вулицю, Добрый. Я вопрос. На сегодняшний момент, как вам удобство работы журналистов в сессионном зале? Ну, слава богу, никто не перешкоджав, никто не трогал, не толкал, но не мешал, в принципе. А по сравнению с тем, что было раньше? Вот я помню, эта каденция, когда пришла, было много разговора, что журналистам неудобно работать в зале. Я помню засідання, коли Мамая держали 8 часов. В принципі, тоді навіть можна було працювати. Тобто ви готові працювати в будь-яких умовах? Так, да, можна навіть погорячіше. Понял. Тобто сьогодні не так жарко? Так, да, там перепалка просто була. Більше словесна перепалка була. Поліція теж смотрить. Поліція как бы нічого не делает вообще. А как вы думаете, вот полиция, зал приспособлен к условиям безопасности, вот чтобы полиция свободно могла выполнять свои функции? Нет, если они начнут что-то, какие-то действия делать, да, понятно, что пострадает, там, мебель начнет содвигаться, за мебелью этой сидят люди. Ну, конечно, возможно, кто-то пострадает. Но не всегда это люди будут виноваты. Поле для регби, да, тогда могла выйти полиция. Хорошо, понял. Маска сюда. Сам Киселёв, я не могу. Печатку покажи сразу. Да люди выскажутся. Проблемы в городе. Где печатка? Мы именно эти проблемы сейчас будем заниматься. Какие? 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 Добрый день. Добрый. Условия работы. Как вас устраивает? Да нормально, не перший раз. Все хорошо. Ясно, спасибо. Ви вже Луценка відкликали, шановні депутати. Ви відкликали Луценка з ради? Ні.
говорите, пожалуйста. На каком основании? Я депутат. Депутат чого? Міської ради, давай. Ти службовий. Ти не службовий. Закон читаю. Умник. Кого? Саша. Саша Кисельов. Ви мені погрожуєте? Ви дивіться, не службовий погрожує соціальному організації України. Це я. Дайте, будь ласка, заяву на поліцію, тому що порушуються наші права і заважають працювати на цей. Саме шугає права Значить, я прийшла, дорогі депутати і гості, від висока зустрої, коли 7 Дальше. Я хочу передать всем привет. Всем тем людям, которые угрожают лично мне. Которые угрожают спалить мое имущество. Которые рассказывают, что я плохо закончу. Я им всем передаю привет. Вот такие угрозы есть. Поэтому я просто знаю, что эти люди сейчас находятся здесь. Поэтому я этим людям передаю привет. Никакого отношения к развалу вашего имущества лично я не имею. Но если мое имущество, мое личное имущество будет страдать, я вам обещаю, что я буду отвечать. Законно его защищать. Я буду его, да, я буду за это отвечать. Поэтому каждый человек, у которого имущество сейчас отбирают незаконно, имеет право обратиться в суд, имеет право обращаться в правоохранительные органы и защищаться в законный способ. Один вопрос. В нашей стране есть способ такой, как свободная воля выявления людей в любой момент. Если в данный момент будут идти какие-либо суды, ни одно имущество МАФа, ни одно имущество МАФа, допустим, которое есть в нашем городе, сниматься не будет. Я правильно понимаю? Смотрите, я вам могу гарантировать, что если будет какое-то решение суда... Если будут суды, не решение суда. Дослушайте. Если будет какое-то решение суда, вы же прекрасно знаете, что есть такая юриспруденция и история, это забезпечение. Вот если будет хоть какое-то решение о том, которое запрещает инспекции выполнять свою функцию, я вам обещаю, гарантирую, что инспекция не будет нарушать закон. Это четко, однозначно и понятно. Если я увижу, что кто-то нарушает закон, я, пользуясь своими полномочиями, ну і що, що зареєстровано? Він вітає. Земля кому? Кому чому ви не зареєстровані? Земля. Тому що ми в оренді не передаємо. Нікому. Да. Комунальному хозяйству. Правильно? Нічого. Орган місцевого самоврядування. Що ви можете зробити? Какая причина? Так не можете идти, как и другие сроки. Давайте по одному. Вы не увиливаете, вам конкретно задали вопрос. Вот давайте по одному. Одне питание, одна відповідь. Одне питание, одна відповідь. Конкретное питание. Чому не можно зараз? Чому зараз не можно передать всю землю? Сельского управления территориальной громады. Подключить нам следствие, чтобы мы работали. Не судитесь. Десятки лет. А вы там годами судитесь. Кому это отдать в аренду? Отдать на вас суд. Нехай расскажем. Скажу їм ваше рішення. Відповідаю. Відповідаю.
відповідаю, чому ми не можемо передати вам земельну ділянку? Як я вже сказав, земельний кодекс забороняє. Забороняє. Якщо я реалізую такий проєкт рішення, якщо буде розроблено такий проєкт рішення, то всі, хто його будуть підписувати, сядуть в тюрму. Регістратор вже не сів в тюрму, коли була подача. Ну, до нас. Не сів, суддя не сів. А ми швидко сядемо, Не сів в тюрму. Не треба розказувати сказку. Ніхто не сів, не одна людина. Ні, немає не сів, хоча було рішення суду, але він нам продляв і світ продляв. Послухайте, ви... Світ дайте, дайте світ. Ми вибирали вас всі. Чому ви вирішаєте без нас? Давайте кругу дискусії, а потім будете так думати. Діалоги, приймайте рішення. Ви вас вибирали, а ви вирішаєте за нас. А ви условия ставите? Ніяких условий вам не ставлю. Я вам ще раз кажу, ми вас вибирали. Платим налоги. Почему вы решаете и показываете, что вы делаете, доведите людям, что вы хотите сделать. Пусть покажет урод печата. Он сейчас решает нашу судьбу. Ну, так что мы, что-то кого-то убьем, убивает, или что? Я хочу. Ну, мы вообще в таком сторону думать, если я команда. Это не объект, я говорю. Как за ваш объект? Это наш объект. У нас из охраны стоит моя. Ну, я рад зараз. Мені в охрані не стоїть. А моя із екрану стоїть на оцих дверях. І що тут? Що це ми будемо показувати? Що уповноважені вони? Давайте пойти. Заходіть з цього своє. Я хочу сісти. Ні, ні, так не вийде. Як нас не пускали, так і ми не будемо пускати. Хто вас не пускав? Та й ваша жахована колись не пускала. Коли? Ну, було. І не одноразово. Ну, коли? Не пускали. Я не буду, чесно. Добрый день. Доброго дня. Как оцениваете условия работы журналиста и блогера в сессионном зале Полтавского городского совета? Сегодня жарко. А как обычно вы считаете? Не, ну, завжди останні сессия была довольно нормальная, ну, а сегодня просто много людей есть. Условия работы еще раз журналиста и блогера по сравнению с прошлыми каденциями, когда раньше были? Мне особисто было простіше остання сессия. Проще, да. Спасибо. Прийняли рішення демонтувати цей код, і все, і вам доставили. Не нужно ломать то, что они строят, а если уже, конечно же, вы доказали это в суде, так тогда уже вызывайте нас на ковер. Спасибо. Вы понимали, что я Сашу установлю, больше не заканчиваю. Получится то, что попросили. Сказали зайти. Заходим. Они пришли сюда, чтобы для того, чтобы забрать рынок, забрать кедлорезки, забрать наши рабочие места, забрать и ларьки и потом объявить на них поставить свои. Всего лишь так. А сейчас мы едем в суды. Никуда. Я знаю, 50-60 лет, потому что снимался повод. Я на логике начал.
я хочу жити краще. Я не условия работы журналиста и блогера на сегодняшний момент в сессионной зале. Это интересно, это прикольно, чисто понаблюдать за этим паном. Я по-другому это не скажу. А об условиях работы нашей? Вот я перестал сюда ходить по определенным причинам. Условия работы, пока я не слышал еще, что какие-то телодвижения в сторону физических замечаний журналистов или каких-то моральных, пока в последнее время не слышал. А скажите, вот когда начиналась эта каденция депутатов, много было разговоров, что журналистам неудобно работать. Что-то изменилось на сегодняшний момент? К большому сожалению, не могу конкретно про это ответить, потому что я очень редко бываю. Как и я. Удачи. Спасибо.